Еще одна важная тема. Совет безопасности Александра Лукашенко ухвалил проект закона об народном ополчении, але его еще месяц будут допрацовывать. Министр обороны Хрэнін мусіць дарабіць законопроект, каб скіраваць яго ў Савет Міністраў, адтуль дакумент пойдзе депутатам гэтак званай палаты прадстаўнікоў. Паводле Віктара Хрэніна, у Беларусі могуць сфармаваць апалчэнне памерам 100-150 тысяч байцоў, якім выдадуць зброю для захоўвання дома. Таксама Савет бяспекі Александра Лукашэнкі, цытата, на фоне эскалацыі глобальнай геапалітычнай напружанасці, конец цитаты, доручил Министерству обороны распрацаваць новую концепцию национальной безопасности. Она мусіць адлюстроўваць усе сучасныя пагрозы. Уже теперь у нашей студии з'явился стваральник Белого легіёну Сергей Бульба. Спадар Сергей, вітаю вас. Добрый вечер. Подаецца, вось папярэдняя доктрину приняли не так давно, в 2016 году, але все меняется, изменяется обстановка вокруг Беларуси. И что насцярожвае у принятии этой новой доктрины? Бо она, наколькі я разумею, будет подгоняться под доктрину союзной державы, так? Не факт. Не факт. Вот, глядите, я, например, зверну увагу на то, что доктрина будет принята не вузкакулуарна, а менавіта пропонуется як бы с притягнениях широких громадских колов, и каб яна была врешті принята менавіта на ВНС, на Всенародном Собрании. Так. То бок, на мое разумение, идея как раз пошук тых, скажем так, юнитов матрицы, которые згодные будут баранить вот то, что называется лукашенковской державой. Глядите, вот, когда вернуться литерально на месяц назад, калі Лукашенко первый раз поехал в Арабские Эмираты. Ну вот, подавалось, что он взял своих усіх сынов, и подавалось, что он там как раз полетел делить свое майно. Вот это тебе, ну не секрет же, что он менавіта в арабах, на украденные от нас с вами гроши, и он заховывает там, да. Так вот, первый ягоны заезд никто из высокопоставленных чиновников зим не сустрелся. Потом он съездил в Зимбабве. Одразу поехал. Да. И когда он уже вернулся, вот тогда с ним встретились это самые чиновники арабские, а лишь провожал его перед вылетом, провожал не министр замежных справ, например, а министр внутренних справ. И, в принципе, Александру Егоровичу сказали, что вас тут настолько рады бачить, что когда вы тут будете радей являться, то это будет для нас полная рады бачить, абсолютно. То бок Арабские Эмираты не хочет как бы больше бачить Лукашенко? Абсолютно. И после этого прилетевший, он заговорил про инвестиции из Арабских Эмиратов. То бок разумные люди зразумели, что там ему сказали, что забирайте свое майно и валите от Селева. И он заговорил про инвестиции, что, мовляв, 5 миллиардов, там это арабы готовы инвестовать. Насамрэч, это ягоныя грошы, он собирается выводить свои гроши. Далее, глядим, после этого, и он это самое, и он змушана по выклику Путина, и он летит туда, сустракается с Путиным, и после вертания от Путина, и он заявляет про народное ополчение. Вот тут, вот, разумеется, вот и закладено вот это вот. А военная доктрина? Это уже как протяг. Вот? Ага. Это уже как протяг. Так вот, шчыра, як ён, калі прилетел от Путина, зноўку такі зразумеўшы, что, разумеется, для его Беларусь застаецца адзіным фарпостом. Вот наша мара про то, что он сядзе на летачок и полетить у якой-небудзь арабы, ці яшчэ куды-небудзь, не полетить, бо няма куды. Нема ў свеце такой краіны, якая захоча за яго сварыцца з тымі ж злучанымі штатамі. Ну, Зімбабве, может быть... Не, Зімбабве там так само, это самое. Зімбабве это в першую чаргу, это золото и літій. А ободва этой бизнесы контролируются с одного боку Китаем, с другого боку американцами. Так что без года американцев и он и в Зимбабве никому не потребны. Когда все-таки вернуться до этой доктрины, что там может увести? Новые выклики, новые вороги, напевно, пиралик ворожих краинов будет только несколько 100 сторонку складать. Вот как раз той аспект, что я зверну увагу, что это пропонуется обмерковывать широкими громадскими колами. Вот у меня такое вражение, что он шукая миновито тых, кто погодится баранить вот ту Украину, якую он налічыць своей. Это, разумеется, оно вот сдается, что все просто, вот есть держава, есть насельництво этой державы, и по команде они все устали там и пошли баранить. Так, але ж калі яны упэўнены, что эта держава ихняя, что она им потребная. Вот в этом плане, глядите, Украина, да, вот литерально на тым тыдні у Киеве размаўлялі, дагэтуль у, як бы, самые сур'ёзныя подразделения спецовские, дагэтуль чарга стаіць. Хотя мы бачим як бы так багато украинцев, якія выехали з Украины, якія по ўсім свеце, але ж багато тых мужчын, якія свядома вернулись оборонить свою родину. То бок нават вот у нас идет пошук таких. Ага, так а ці шмат таких знойдзецца? Ну, прынамсі, у гэтае усебеларускі народны сход там мусіць увайсці летні там 5000 чалавек. Отож. І гэта ўсё? Гэта апеляцыя менавіта да шырокага грамадскага кола, што якраз знойдуцца тыя, калі Лукашенко закліча, тыя, хто разам з ім будзе гатовы бараніць тую самую ягоную БССР. Ну, а больше за 5000 не назбіраецца, не? Не, так яны-то спадзяюцца, што назбіраюць і болей назбіраюць. Але ж, ну, это как раз вот спелость менавіта самой державы, как державы, и те отчувают люди, что это ихняя держава, и те будут ее баранить. Тут одного загада мало, тут еще треба некий поклич у сердца. А это ополчение так само мусить, вось, я так разумею, не межи баранить там, как тероборона умовная, а баранить Александра Лукашенко? Баранить Александра Лукашенко на своих местах, за каждый на свое место, и он так разглядает. То бок у меня ўражанне, что ён ўсё ж таки больше того, я вам скажу, что нават по вот, войске Министерства внутренних справ, нават яны уже заговорили про то, что, ну а калі прыйдзецца от России отбиваться. То бок вот яны сярод себе уже абмяркоўваюць такое пытанне, разумееце? Такого еще год тому не было. Дарэчы, вы таксама вось казалі у нашым матэрыяле, у аб'ектыве быў каментар пра тое, што нават па вашых сведках ёсць інфармацыя, што ў русы паступае зброя. Гэта таксама для гэтага народнага апалчэння? Ураўшы так прывозяць зброю, менавіта это сама вот пасля этих камандаў пачалі это сама ёсць інфармацыю, што завозяць зброю. І хутчэй за ўсё это якраз для этих народных апалчэнняў. У нас ёсць таксама меркаванне Віталя Цыганкова, палітычнага аглядальніка, пра лукашэнкаўскае апалчэнне і дактрыну. Давайте паслухаем і вернемся до нашай размовы. Пакуль не ведам, ну, такое мне было прагноз і ўражанне, што наўрад ці ім дадуць зброю надоўга назаўсёды, можа быць на нейкія дні трэніровак. Может быть, скажут, что мы вам дадим зброю в час X. Коли ранее, ну там до 20-го года, белорусская доктрина трошки гулялась у такую равновекторность и незалежность, то теперь, покольки Лукашенко впал в значно большую залежность от России, отповедно, и вымушены хочется ему в того тене изменить эту доктрину, у якой уже однозначно ворог только заходние краины. Спадар Сергей, сегодня так само заявилась информация, что у Беларусь прибыли два эшелона с российской войсковой техникой, с особистым складом узброенных сил России. Куды этим разом? Что везут, на во что? Как вы лечите? Постоянно идет ротация. Присылают мобиков на наши полигоны, где они учатся разом со своей техникой. После этого они знову таки разом со своей техникой выезжают туда у бок Ростова, и оттуль их уже заводят на оккупованные украинские территории. Так. Разам з тым, вось, калі казаць пра апошнія заявы Лукашэнкі адносна Мачулішча, тое, што учора прагрымела як гром сярод белага дня, у тым сэнсе для прапаганды прагрымела, бо яны ж паўтары тыдні адбелівалі, казалі, што ўсё гэта фэйк. Дарэчы, вы таксама ў эфіры казалі, што гэта фэйк? Я дагэтуль сумняваюся, шчыра. Чаму? Ну, тому что я не маю сведчанняў, доказаў. Так Лукашенко сказал, что ну сапраўды пашкодзілі гэты самолет. А Лукашенко сказал, что пашкодзілі самолет, але ж хто пашкодзіў? Я про это. Дарэчы, ён сказал, что гэта украинские диверсійныя группы. Потым КДБ крышачку пазней учора вечером сказала про то, что да гэтай диверсии датычная, умоўна датычныя беларускія партызаны, Байпол. Калі ўсё-таки дапусціць, што такая версія была, вы да якой маглі б схіліцца? Ну, глядзіце, вот па дзеяннях Азарова, я, напрыклад, сам, калі праводзіў спецаперацыі, то я разумею, што ты вот распрацаваў план, і ты свядомасцю трымаеш як бы пасекундна, пахвілінна. А тут з раніцы Азаров заяўляе: о, нешта там выбухнула. Потым цераз 3 гадзіны. О, так это нешта ў Мачулішчах з летаком. Потым цераз 3 гадзіны. О, так это ж партызаны. Потым яшчэ цераз по паўгадзінкі это. А, так это ж наше, это план перамога, да, дайте грошы. Гэта, што не можем мы казаць у мэтах бяспекі, бо гэтых людзей, гэта, ведаеце, калі вы кажаце, што это спецаперацыя, так не бывае. Вывозілі. Нікога яны не вывозілі. Ніколі, як толькі выбух, адразу мяжа перакрываецца, уже позна вывозіць. Але ўсё ж таки Азаров заявляет, что вывозили. Добра, поглядзім вось на эти кадры, як учора нам показала державная пропагандистская телебачення про затрыманне гэтага чалавека, які нібыта может быть иметь датычнасць до украинских спецслужбаў, ён дае прызнанне на камеру и так далее. Як с пункту гледжання правдоподобности этой версии может выглядеть? Постановочно. Постановочно. Да, да. Чому? Что звертая на перший ось погляд, увагу, что ну, там багато так само моментов, глядите, только что вот тыдзень тому арыштаваны гаспадары это коттеджа, и он чамусьці там живе. Яким чином он там опынулся? А другое, что, как бы так, жихары, вот эта дачная поселка, говорят, что они его первый раз бачить. По-другое, он абсолютно спокойно, он чамусь и у берцах, и это самая повойсковая форма, и он чамусь абсолютно спокойно успрымая, когда пришли его забирать. И по-третье, сам факт, как они заходят. Вот узгадайте это самое, как они Зельцера брали. После этого они были да. настороженные, наполоханы. А как они брали вагнеровцев, памятаете, так само? Так, залетали в санаторий с выбитием двери, да, спокойненько, да. А тут не спешаючись, да. поднялись на пол, человек уже был приготовленный, как да, бы. Да. Ну, это так выглядит. Все-таки этим людям, яких затримали, а затримали ж больше за 20 человек, так при нам все стверджают, то кого затримали? Левых людей? Левых людей затримали, а лишь людей затримали, в первую чергу, глядите, это страйбольные клубы и тех, кто занимался практичной стрельбой. По пейнтбольных клубах я здивился, пейнтбол, страйкбол, потому что, звичайно, они их и так контролировали. Звичайно, старшему то таким клубе был кто-нибудь, были выхования с 5-й бригады, 3-й брестской, и как бы все было под контролем одразу КДБ. То бок и списки, и все, и они этому всем володали. То бок зараз, вот на что это чисто показуха для... Ну, им же ордены вручили, так само. Так, да, узнагородили, тертили, усих их узнагородили, что да. такую операцию они пропустили, але узнагорода мусить быть. Ти будет гучный суд с этой нагоды, як вы лічыце, и гучный присуд, потому что погрожает смертное покарание вот за такую диверсию? Ну, не буду загадывать, потому что мы с вами говорим про то, что это некий телеспектакль. Так что, я не выключаю, что когда это телеспектакль, то они и далее протягнут. Мы с Зинковичем так само думали, что это телеспектакль про замову, нібито замаху на життё Лукашенко, але отбылся суд, людей посадили на великие термины. Людей посадили, у тым выпадку посадили, але ж тут, когда это их не подставны, то, нават когда ему объявить, то мы же с вами не будем ведать, чи он покараны, чи он не покараны. То бок, але калі будзе суд, ён нават будзе закрыты, то што ўвогуле ніякай інфармацыі не будзе, што гэты суд будзе праходзіць? Слухайце, адкуль мы з вами даведаемся? Система КИН – это комитет выканання пакаранняў, по-русски это комитет исполнения наказаний. Яны быццам бы яго забираюць сюда, прыймаюць і ўсё, а куды яны далей яго вязуць, мы ж з вами ніколі не даведаемся. Спадар Сергей, яшчэ што цікава, учора Лукашенко вельмі так непрыгожа выказваўся на адрес прэзідэнта Украіны Владимира Зеленскага. Все мы бачылі гэтыя кадры і чулі тое, што ён казаў. На ваш погляд, чаму досыць такая стрыманая рэакцыя з Кіева ўсё ж такі пасля гэтага? Глядзіце, як фармуецца апінія Лукашэнкі наконт той ці іншай падзеі. Гэта ж не тое, што ён сам сядзіць у інтэрнэце, вышукоўвае там нейкія крыніцы, ці мае там збірае тых это самое, агентуру, все, что вычули, что... То бок, ямну ж приносят на стол уже доклады. Это как вот с нами было в 2017 году справа Белого легіёна. Да. Вот нехто сформовал ягоную опинию, так и зараз вот миновито ягоную увагу скировали на то, что глядите, это что с Украины. То бок, им простей признать, что это зробила Украина, чем признаться навод, что это могли некие свои зробить, разумеете? Вы про тех, кто пишет эти справоздачи и записки Лукашенко, спецслужбы ягоные, так? Им же ж простей, вот показать, что это ж вот это и вот злые дня. Ну, добра, але все-таки, такие выразы, там, гнида и так далее, не треба было дороговать. Вот есть нават пропанова, после черговой заявы Лукашенко депутаты Верховной Рады закликали улады Украины дать политичную и правовую оценку деятельности диктатора Беларуси, а так само разорвать дипломатичные стосунки с режимом. И апрача того, пропановали признать нашу Украину территорией часово оккупованной России. Давайте послушаем. Мы просто отреагировали таким образом на очередные идиотские, абсолютно хамские бредни этой путинской марионетки, которая является Лукашенко. На самом деле проект постановления о признании Беларуси оккупированной уже несколько месяцев лежит в украинском парламенте. Он предусматривает и разрыв дипломатических отношений, отзыв посла и инициация исключения лукашенковской Беларуси из международных организаций. Собственно говоря, это назвать вещи своими именами. Сегодня Беларусь оккупирована Российской Федерацией, а Лукашенко – это путинский гауляйтер. Вот, собственно говоря, и все. Мы просто надеюсь, что вот такие его вчерашние заявления все-таки уже как-то станут такой, переполнят чашу терпения, какую-то бесконечную чашу терпения украинского президента. Ну, ось, власне, коментар депутата Верховної Ради Алексея Гончаренка. І все ж таки питання. Україна покуль не розриває ніяких дипломатичних стосунків з Білоруссю. Ви у чому бачите гэту причину? Україні критично не потрібен другий фронт. Нават уявны, нават з розумінням, що білоруси зможуть, скажімо так, виставити, ну, хай там буде 7 тисяч боєготових, більш-менш. Це з усього, як би так, з усіх 65 тисяч по Міноборони. Але ж на Україні не потрібен другий фронт. По-другому... Можна далі терпіти усі зневажні слова з вуст Лукашенки? Ну, слухайте, ну, по-перше, все, вони вже привикли не звертати уваги на те, що говорить цей чоловік. Тобто, вони розуміють, що від того, що він говорить, ну, я, от, наприклад, в Україні так само, якби говорячи з українськими журналістами, я так само спробую весь час доводити, що суб'єктність Лукашенки, вона під питанням. От ён гаворыць, быццам пастаянна ўвесь час, што ён нечым тут кіруе, ён робіць, да, это сур'ёзны твар, як бы ўсіх прымушае, там нешта бегае, нешта лётае, але ж пры гэтым, як бы так, ўсё роўна Пуцін робіць тое, што ён лічыць патрэбным на этой тэрыторыі. Натуральна, Лукашэнку дратуе. І як бы адным з варыянтаў, дарэчы, вот этого вот здарэння ў Мачулішчах, я б дапускаў і тое, што Лукашэнку самому выгодна, каб паказаць Пуціну, што это самае, што дзядзька, забірай сваё майно, таму што яно зараз пад пагрозай менавіта з украінскага боку. То бок не стаў больш тут свае летачкі, таму што украінцы могуць яшчэ раз лупануць. Спадар Сергій, все ж таки, на ваш погляд, чаму розніца вось версіі? Бо Лукашенко кажа пра украінскі след з пункту гледжання тых дакладных запісак, так, якія яму прыносяць. КДБ потым намякае на партызанскі след. Прапаганда і спецслужбы самі паміж сабой не могуць дамовіцца наконт гэтага інцыдэнту. Ну, таму што, глядзіце, это самае. Масква ў першую чаргу ківае на Кіеў. Мінск – это самое. Мінск глядзіць, у прынцыпе, якая версія яму больш выгодна і дзе што можна скарыстаць, каб выкруціць нешта для сябе. Нічого незвычайнага, ўсё, па-мойму, як бы прадказальна. Спадар Сергій, дзякуй вялікі за гэтую размову. Сергей Бульба, спадарства стваральнік «Белага легіёну», быў з намі ў студыі.